Самое прекрасное качество настоящей дружбы — это полнейшее, ясное взаимопонимание. Тогда это самый ясный момент нашей дружбы. Начнем с вас, капитан. Как изменилась ваша жизнь после встречи с Данией Морозовой? Я был простым дальнобойщиком из Саратова, перевозил мясо, знаете ли, и крутым меня считала только моя мамка. Но потом Морозова поверила в меня, и теперь я официально крут. Спасибо, Даня. А моя девушка запрещала мне называть ее Даней во время секса. Однажды она психанула и ушла. Теперь у меня нет девушки. Зато есть Даня. Потому что не надо указывать, что мне делать. Галович в новом месте, я не верю своим глазам. Однажды я танцевал стриптиз, споткнулся, ударился башкой об шест. Да, ему явилась Морозова. Да, она дала мне леща и сказала, что мы с Микки должны быть вместе. И теперь мы вместе. Однажды я зашел на страницу Морозовой ВКонтакте и увидел там ее фотографию. Потом еще одну, и другая там тоже была. И в общем эти фотографии, как вам сказать, я был, знаете ли, ну просто вот вообще. Свинья неблагодарная, ты бы лучше моими фотками так восхищался. Сегодня спишь на диване. Как вы празднуете днюху Дани? У нас целая программа, знаете ли. Сначала мы идем в лунопарк, катаемся там на паровозике, жрем сладкую вату и сосемся в глазах у гетеросеков. А конкретно Ганнибал обещал мне сегодня никого не жрать. Это поразительно. Ганнибал, вы правда пойдете на это? Да? Ну что, я зверь, что ли, какой-нибудь? Кстати, у вас симпатичные уши, я бы на вашем месте следил за ними как следует. Я читал рэп про наркоту и беспорядочные половые связи, и не знал, что способен на что-то большее. Но Даня проголосовала за меня, и я стал президентом. Я сделал Ники Минаж премьер-министром, и теперь у нас в стране все замечательно. Стайлз, у меня нет денег на подарок. Давай скинемся. Uptown funk you up.